История эта давняя, но еще при жизни ее непосредственных участников она превратилась в легенду. Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к закату, я собственными очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Так вспоминает об этом событии главный очевидец. Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо. Всем сердцем Бога правды возлюбив, равного пустынные Константин с Еленой, его восславили, не ведая сомнений, и в Риме христианство утвердил. Языческих соблазнов рухнул плен, и завершились 300 лет гонений трудами Константина и Елены, рассыпались у мира в прах и плен. Благословенный Бога Мать и Сын, свершившие свой подвиг беспримерный, исполнившись непоколебимой верой, высоким дерзновением святым. Отцу вселенной посвятили жизни дни, деяния их чистым угодным Богу, и в царствие небесное дорогу нам грешным указывают путь они. Царица блага, равная Елена, прекрасна ликом и душой чиста, ей сердце возвеличивши Христа, моленья мы возносим умиленно. Премудрость юных лет она была странам приимной и благочестивой, Христовой вере воспитала сына и в мире бренном не искала. Моленьи глаза взвысит до небес, преклонном возрасте блаженная Елена, святую землю устремилась дерзновенно, надежде обрести Господень крест. О, дивный Господи, Твои дела и все, что Ты даешь благословенно, Макарием, святителем Елена, Твой крест животворящий облила.
во креста, по воле Божьей стал Константинополь, как Рим, второй, как твердая основа нетленной веры во Спасителя Христа. Нетленной веры во Спасителя Христа. Нетленной веры во Спасителя Христа.